У нас два есть. Какая-то у вас игра убогенькая. Сухой хлеб не долетает. Почти. Уже есть, отбила. Машина! О, боже, сейчас машина раздавит наш мяч. Сухой хлеб! Брат, привини, туалета. У меня очки из боли. Все равно пофиг, смотрит. Он такой зашел. Помой руки и ушел. Пипец, позор здесь. Какой женский туалет, а нарахнули. А вы ноги мой. Ну мы, как всегда, тусуемся по разным местам. Теперь мы зашли в клуб, как который самый известный тут, Тропикал. Ну и нам сказали, обязательно зайти в туалет. Потому что он тут вообще гламурный. Да, мыло есть, краны нет, но туалет прикольный. Вот так здесь, круто. Места. Короче, сходили мы в самый крутой клуб салонов в Тропикал. Говно полное. Просто мега. Мы никогда не пойдем туда. Больше не пойдем туда. Ну, не просто вытягивание денег, и там какой-то. Ничего нет. Там... Мы будем плевать в то место, где он стоит. Музыка дерьмо. Музыка говно, людей нет. Одни бабы. Пчелки, блин. Одни пчелки. Ничего не происходит. Русские вообще. Туристы. Все. Которые сидят... И все, там больше нет никого. В общем, отстой полный. В общем, мы зашли просто поесть шаурму. Кебаба. Стейкхаус под названием «Метро». Да. С логотипом мадридского метро. С логотипом мадридского метро. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот как-то так. О, или вот тут. Чтобы спеть. Ну а мы тут как-то под певку пытаемся подпеть что-то не по-разному.